Здравствуйте, ваше внимание. Представлен лот номер 23 Transessel Woman Spring Out, женский микс. Представлен джемпер с принтом в размере XL. Кофта с принтом, рукав 3 четверти в размере M. Внизу есть резинка и завязки сбоку. Можно подтянуть. Удлиненный кардиган носится на распашку с карманами. Длинный рукав в размере 42 европейский. Рубашка на пуговицах в размере 42 европейский. Блузка. Сорок два российский. Платье ниже колена на пуговицах. Рукав три четверти. В размере 42 европейский. Футболка с принтом XL. Кофта с длинным рукавом, также с принтом, с небольшим воротничком на завязках в размере L. Футболка с принтом S. Майка, сделанная под блузку, в размере 46 европейский. Легкий платок, размер не указан, он достаточно большой. Блузка в размере 34 европейский. Легкие брюки, немного заужены к низу, на резинке с завязками в размере 34. Синие прямые джинсы на молнии в размере 32. Короткая зимняя куртка молочная с капюшоном на молнии в размере M. Футболка с принтом L. Небольшой платок, размер не указан. Широкие брюки на резинке. Сбоку есть завязки в размере M. Свитер M. Темно-синие прямые джинсы на молнии. Тут кармашка нет, но молния сломана. Замочек сломан. В размере 34. Брюки велюровые на резинке в размере 36. Джемпер 40 европейский. Спортивные брюки немного заужены к низу на резинке с завязками в размере 38. Удлиненный джемпер. Вот тут есть небольшая дырка сзади на спине. Ее плоховато видно, но если присмотреться, видно. Носится на распашку кардиган. Длинный рукав в размере 40 европейский. Небольшой платок, размер не указан. Укороченные джинсы с принтом в полоску на молнии в размере 29. Все подробности о лоте в описании под видео. Спасибо за внимание.